Итак, что за ингредиенты? Понадобится, то есть, спинная часть говядины. Да. Или тонкий край, можно сказать. Угу. Сливочное масло, пармезан, шафран, дижонская горчица, соль, перец, сливки, болгарский перец и разный микс трав. Делаем надрезы на мясном филе. Добавляем специи. Готовим соус. Шафран смешиваем с холодной или теплой водой. На сковороду наливаем оливковое масло, добавляем сливочное. Начинаем обжаривать шафран. Через некоторое время в соус добавляем 30% сливки. В это же время на сковороде гриль обжариваем стейки вместе с болгарским перцем и веточками розмарина. В шафрановый соус добавляем натертый сыр пармезан. Готовое блюдо посыпаем мелко нашинкованным зубчиком чеснока. Стейки подаем с дижонской горчицей.